кого? А почем такие тарелки? Хозяин. А это не я, это вот хозяйка сейчас идет. Гривен по 500. Наверное. Вот так очень классно. Это нам не надо, но оно не классно. Да, он любит, но у него есть уже. Китайская. Это вообще миллион. Девушек. Куплю все. Thank you.
Ой, часы тут точно такие у меня. Покажи. Вот делать. А, у нас стоят. Они такие классные. Класс. А рога? Рога нам не надо? Рога. Нам нужны копыта. Фляги. Туда, а по другой стороне. Давай по правой. А тут так как-то ничего не смог. Вау. Подножики такие, как они называются. Подножники. Я думал, мне просто жалко. На несколько лет приехал? Не, на несколько, на месяц. Я тоже платил. А вы на работе? Ну, не знаю. Я тоже за вами.
ныряю вот сюда. Думаю, да, можно. Смотри. 300? Ставки повышаются. Донечка, будь ласка, уберите фотоаппарат. Миша, ну, ну убери. Шанель не хочешь себе? Где купила? На Балакине. О, рубанок. 100 лет не видела рубанка. Нет, за 250. А там сумка была неплохая. Так 650 хочет за нее. Увидел, что мне понравилось. На блошином то рынке. О! Что русско-китайский? Слова. Не там продают. Вон хлебница у нас такая точно. Шуба, шуба. Так, пошли спросим, почему. Вот тарелочки, как у нас на кухне. Судочки под холодное. Ну да, они будут тоже. Что это за сумочки? Сколько? Сильно? Вот если бы такую найти, как у меня, что я мешалки подарил. Прикольная, но не мой стиль. Да.
А будет у вас?